Приветствую вас на канале Элис Даймонд. Это вторая часть моего видео, в котором расскажу вам о том, что можно привезти из Турции. Уже остановлюсь на косметике и сувенирах. Составляю себе список того, что я хотела бы привезти опять, и делюсь отзывами о продукции, купленной ранее, которую я уже попробовала. Так, первое, с чего начну, что рекомендую купить. Это крем для рук на основе оливкового масла фирмы Dalan de Olive. Он у меня уже, к сожалению, закончился. Ну вот, упаковка где-то вот такая будет. Вот такого типа. Только фирма будет вот эта вот, Dalan de Olive. Его очень рекомендую, так как мне и подруге, а также всем, кому брала на подарок, он понравился. Стоимость его была около 5 долларов. Где чуть меньше, где больше. Смотрите, продается везде, почти во всех лавочках. Но бывают и подделки, поэтому внимательно. Продается еще и мини-версия этого крема, так что можно вначале купить, попробовать. Если понравится, то запах у него классный, нравится мне. В общем, этот крем для рук однозначно рекомендую и себе, и на подарок, и маме, сестре, свекрови, подруге, коллеге по работе. Будут довольны точно. Раз уже начала с этой фирмы, то расскажу еще о продукции, которую покупала. Второе, что рекомендую купить, это массажное масло этой же фирмы Dalan de Olive. Запах тоже у него очень классный, нравится мне. Балдежный просто запах, и масло классное. И использую его периодически после душа. После него кожа становится такая мягкая, приятная. В общем, довольна я им тоже. Так, вот. Еще продаются вот такие наборы этой же фирмы Dalan de Olive. Вот, вот тут как раз есть и крем, который для рук этой фирмы. В наборе этом идет шампунь, бальзам для волос, гель для душа, крем для рук и мыло. Очень удобно такой вот набор купить, как и на пробу, чтобы попробовать. И можно и на подарок, и в дорогу удобно. Так. По продукции, что могу сказать, это же Dalan de Olive, шампунь, брала еще шампунь себе большую упаковку, закончился уже, но вот запах как-то не мой, да, и, ну, в общем, не мое, шампунь, в общем, не мой. И также и бальзам для волос. Гель для душа неплохой, пользуюсь, вот как раз еще есть тут. Сейчас покажу его. Остался из набора только он. Вот такой гель для душа. Неплохой. Смотрите, как вам. Хотите покупать, не хотите. То есть, если крем для рук я точно советую, массажное масло советую, то вот остальное нужно пробовать. Так. Также продаются наборы вот этой фирмы Dalan de Olive в разной комбинации. Ну, стоимость набора, ну, вот где-то от 15 долларов, насколько помню, тоже можно как на подарок вот привезти. Так, третье, что рекомендую, это шампунь на основе оливкового масла и лимона фирмы, не знаю правильно как читается, поэтому Отаси или как оно. Вот этот шампунь мне больше понравился, запах его больше понравился. Ну, тот закончился, вот этим сейчас как раз пользуюсь. Мне, у меня нормальные волосы, нормальная и кожа нормальная, поэтому, ну, вот мне подходит такой шампунь. 400 миллиграмм там упаковка. Стоил он где-то, ну, кажется, где-то 8 долларов, но точно уже не вспомню. В общем, этот шампунь больше. Но тут понравился мне. Но тут нужно пробовать, потому что каждому что-то свое нравится. Четвертое, что рекомендую купить,
Это маска для лица из вулканической глины фирмы Харемс. Вот эта маска, ну вот отличная. И я брала, и подруга, нам очень нравится. Имеет она такой приятный запах. И что тут пишут? Наносится, глубоко очищает мертвые клетки на коже, предотвращает появление прыщей и акне. Благодаря эффекту натурального пилинга кожа приобретает естественный цвет, сужает поры, придает более здоровый и гладкий вид кожи. Благодаря действию минералов, протеинов, витаминов и жиров, богатых антиоксидантами, сохраняя баланс жира и влажности, помогает коже быть здоровой, как прежде. Наносится небольшое количество на область лица. Нужно подождать 15-20 минут. После высыхания промыть теплой водой. Не подходит для области вокруг глаз. Сейчас покажу. Вот у меня осталось тут ее вот столько. Вначале она была такая более, ну, густая была. А сейчас немножко подсохла, поэтому я добавляю водичку и развожу до такой, ну, густой консистенции и наношу на лицо. Нравится она мне очень, эта маска, поэтому тоже очень советую ее. Цена ее... Так, сейчас гляну. Цена $7 была. При нанесении щиплет, вот, да. Ну, вот эффект классный, поэтому советую. Так, что у меня по списку? Пятое, что я рекомендую купить, это золотую маску этой же фирмы. Вот такая. Ну, вот если вот первую, которая на основе вулканической глины, точно советую, то это, ну, можно сказать, что на 4 с плюсом. Мне понравилось, но тоже я бы ее опять взяла. У нее немножко другое действие. Вот, так еще раз покажу. Вот идет вот в таком вот тюбике. Сейчас покажу. Вот. И при нанесении не всегда получается золотая. Вот первый раз была, прям была золотая-золотая, а потом, видно, эти частички сбились, и получилось, ну вот, такая желтовато-прозрачная, она как пленка, но снимается тяжелее. Вот тут показано на рисунке, как она снимается, поэтому вот нужно придерживать пальцами, вот если когда снимаете с кожи, потому что, ну, очень она так пристает, аккуратно снимать. Наносится она дольше и держится 20-30 минут. Написано: отслаивающая золотая маска с экстрактом жемчужного порошка. Экстракты жемчужного порошка обогащены минералами и аминокислотами, такими как кальций, магний, фосфор, натриевые соли и железо, цинк, медь и селен, увлажняют, защищают и питают кожу минералами, обладает антивозрастным действием и интенсивным эффектом влажности и придает коже более яркий и здоровый вид. Так. Уменьшение объема коллагена с возрастом вызывает старение нашей кожи и потеря ее упругости. Золотая маска, содержащая коллаген, кроме жемчужного порошка, защищает эластичность и герметичность кожи, придает более молодой, здоровый и блестящий вид от последствий старения. В общем, советую эту маску и возьму в следующий раз ее еще раз. Еще есть такая же серебряная маска, хочу попробовать также в следующий раз. Так, шестое, что рекомендую купить, это крем для лица и зоны декольте с алоэ вера. Есть с оливковым маслом. Так, сейчас вот покажу. Вот это с алоэ вера. Видно? Так, а вот этот. Так, с оливковым маслом. Вот он. Так, и еще... покупала с молоком ослицы. Все это фирмы Харемс. Вот почему-то вот это с молоком ослицы советовал именно
продавец, так как вот этот считается у них лучше всего. Сейчас, пользуюсь с оливковым маслом, вот текстура у него вот такая. Покажу. Ну, крема больше такие, как бы питательные. Если с алоэ и на основе оливкового масла, они, ну, немножко не такие, вот, как на основе молока ослицы, потому что он более такой, как бы жирный, да, поэтому вот на основе молока ослицы использовала в зимний период, а этот уже в летний, эти два. Ну, этими кремами довольна. У меня нормальная кожа, склонная к аллергии, не всегда могу подобрать крем. Вот эти, ну, в общем, мне понравились такие крема, и буду, их там есть большое количество, у меня есть каталог этой фирмы, при покупке дали, да. Ценами и большое разнообразие, много их. Еще что рекомендую купить, тоже этой фирмы Ремс, крем для лица. А, так, еще забыла сказать, что предыдущие крема стоили $7, а вот эти другие еще брала, вот такие, эти стоили по $20. Я брала два, тоже ими очень довольна. Они вот такая серия подороже, ну и по консистенции погуще. Вот какого-то уже у меня нет, а вот второе еще осталось, вот покажу. Запахи у всех кремов, ну, очень классные, мне нравятся. Ну вот единственное, что вот тот крем, который на основе молока ослицы, имеет специфический запах, поэтому не всем понравится. А вот на основе оливок и алоэ вера, эти имеют приятные запахи. Но по консистенции я уже говорила. Вот если те, ну, вот эти крема, они более такие увлажняющие, то вот эти более питательные. Ну, в общем, я их использовала на перемену, то одни, то другие. Так, да, я брала два этих крема, один с экстрактом улиток, а второй с экстрактом жемчужного порошка. Оба понравились, текстура у них, как я уже говорила, более жирная. Если кого-то заинтересует, у меня есть каталог, могу прочитать, рассказать, для чего они более, или если погуглите, посмотрите, кого это более заинтересует. Был еще один, по-моему, крем, или даже два, и еще был какой-то под глаза, вот их не брала. Тоже можно попробовать, так как нравится эта серия. Ну, я не говорю, что я точно на ней остановлюсь, буду пробовать еще какие-то, возможно. Так, восьмое, что рекомендую купить, это массажное масло фирмы Гаремс. Тоже мне понравилось, как и массажное масло фирмы Даланде Олив. Еще я забыла сказать, что брала крем, вот этот Гаремс, для рук. Так вот, ну, больше мне понравился крем для рук, вот в такой идет упаковке, вот такой вот, который Даланде Олив. То есть по запаху, по консистенции, вот больше мой Даланде Олив, чем вот Гаремс. Ну, это как бы индивидуально, то есть можете пробовать, что вам больше подойдет. Так, восьмое, что рекомендую. Так, восьмое я сказала. Так, смотрю, что еще у меня по списку. Так, девятое, что рекомендую купить, это сыворотка для волос. Тоже фирмы Гаремс. С аргановым маслом. Мне тоже понравилось. Я куплю ее еще. Вот, вот такая упаковка. Пластиковая. Ну, вот тут, видите, вот покажу. Такой дозатор есть, что очень удобно при нанесении. Такой нравится мне. Цена его $12.
Но когда я покупала, продавец сделал какую-то скидку на общее количество. Так, и десятое, что я рекомендую купить, это мыло. У меня оно мыло оливковое. Запах очень классный. Вот так, идет вот такой вот упаковочки. Вы можете выбрать, там на самом деле большое разнообразие этих мыл. Удобно и на подарок кому-то. И так, и себе можно оставить. Вот у меня...